Ребятушки, всем привет! Значит, в этом видео научу вас пользоваться вот таким вот краном, или как его называем мы профессионалы, смесителем. Итак, раньше у вас были краны такие, где тут были ручки с холодной водой и горячей, да, вы их открутили, и вода пошла. Тут такого нету. Итак, как пользоваться вот таким вот краном? Первое. Если вы находитесь в Макдональдсе, то подносите руку ниже крана, и вода автоматически пойдет. Поэтому оглянитесь по сторонам. Если вы не в Макдональдсе, а у себя дома, то действуем не так. Берем вот эту ручку и поднимаем вверх. И течет вода. Теперь дальше. Обратите внимание, тут есть такие индикаторы на кране, красный и синий. То есть, если вы поднимете кран и начнете его поворачивать в сторону красного индикатора, то, скорее всего, у вас пойдет теплая или даже горячая вода. Если же будете поворачивать в сторону синего индикатора, то, скорее всего, у вас пойдет холодная вода. Почему я говорю «скорее всего»? А потому, что очень часто эти моменты у людей перепутаны. То есть, из положения устройства, которое в красном индикаторе течет холодная вода, а из холодного, да, течет горячая. Короче, просто-напросто перепутали. Поэтому что делаем? Сначала немного приподнимаем кран, а дальше уже регулируем, как вам надо. Холодная, теплая, горячая, ледяная вода. И не обращаем внимания на вот эти вот точечки, красные и синие. Вот такое вот простое правило. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.